при хорошому розкладі часа через два. Зачем мені так взяли, а? Ну... Мені так от удара не нужна. Я ще такі вещи... Ну перестань ти! Козу гундел там без конца! Ти посмотри, природа какая, а! Ёлочки, сосяночки, снежок! Ну ты посмотри! Ты посмотри! О, Сип, ты вон белочка! Ты шустро! Ты шантропа! А меня жена дома ждет! У меня, между прочим, сегодня день рождения! Да ты чё? Ты хули молчал-то? Э, Сиплый! Так я не молчал! Я не молчал! Я и вчера вам говорил! Я, между прочим, каждый день... Да всё, перестань ты! Загундел! Подержи-ка ружьё! Ой! На, держи! Настоящий! Имею в виду, Rolex! Спасибо, Емельян Степанович! Да не за что! Чего я тебя когда-нибудь... Вон они! Да хрен его знает! Меня сначала пытают, потом уже стреляют! Держись, крепкий! Наста! Он мне чуть башку не пробил. Газу! Газу давай! Херва! Ёб ту мать, последний патрон! Давай, мой хороший. Знахарь, знахарь, помоги! Ты че? Знахарь, знахарь, помоги! Заткнись! Знахарь, знахарь, помоги! Ствол положи. Стойте! Не трогайте его! Ну давай! Давай, стреляй, морда!
Готов. Забуду, что ли? Ты ж мне всю неделю нахер уши прожужжал. Давай, за тебя! Я обиделся! Да стой ты! Ну стой! Подержи! Чего ты обиделся? Я ж тебя люблю! Сиблый! Ты че? Часы такой верни! Да стой ты, ядрёна, вот! Ну это, че? Давайте, подписывайтесь! Ставьте лайки, делитесь с друзьями обязательно. Но, и это, кто хочет пострелять, обращайтесь, там ссылочка в описании есть. Лазертаг гейм, ребята стволы предоставляют. Ха-ха, ладно, счастливо. О чем нам говорит перчатка? А перчатка нам говорит о том, что вор, больные руки у него. Либо псориаз, либо унонист.